Зая, а ты помнишь, что скоро 8 марта? Только не вздумай мне цветы дарить. 2 дня постоят и завянут, деньги в жопу. Шампунь мне тоже дарить не надо, у меня их вон целая гора. И сладости мне тоже никакие дарить не надо, я вообще-то на правильном питании. Крема мне тоже никакие не дари, у меня их целая гора. Белье, кстати, тоже мне не надо никакое дарить, я уже себе купила трусы. И косметику мне тоже не вздумай никакую дарить, ты название даже таких фирм не знаешь. И посуду никакую не дари, нам что, жрать не из чего? Какой абонемент в бассейн? Ты чё? Я ещё почти не похудела. Абонемент в фитнес-зал. Какой фитнес? Я чё, толстая? Не вздумай мне дарить... Книги, духи, настольные игры, постельное, вазу, миксер, кастрюлю, одеяло. А чё тебе дарить-то? Ну чё-нибудь!